Богами и Святого Славного и Всехвального Апостола, и Евангелиста Луки, да даст тебе глагол благовествующему силою многою во исполнении Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Царя всех под именем ангельским и невидимо, дари носимо чинми. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господина и отца нашего Ануфрия, блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины, Свято-Успенский, Киево-Печерский лаврий, священный архимандрита, да помилит Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Господина Высокопреосвященнейшего Диодора, архиепископа Южненского, и господина Высокопреосвященнейшего Виктора, архиепископа Арцизского, и господина Высокопреосвященнейшего Сергия, архиепископа Болградского, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, честное пресвительство Ежего Христе Диакоса, весь священский монашеский чин и притча церковный, владыку наместника с братьями святого, и ты обители сия, где учащих и учащихся, болящего протерея Илью, болящего воина, Максим воина, Евгений воина, Георгия, благоукрасители, строители, обители, поющих, да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки. Верую, во единого Бога Отца Вседержителя, во Отца Него и Земли, видимо же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и жаба Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденного не сотворено, едино сущно Отцу и же Собеша. Благодарь Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святого Духа, будь со всеми вами.
Богородице Пречистая и милостивым Легобитательнице, с любовью и благоговением, припадающего святому чудотворному образу Твоему, на нем же видишь и всех Творца и Господа, яко младенца, пречистым ликом Твоим питаемо, благохваление и поклонение приносим Тебе грешные, и недостойные рабы Твои молим Тебя, не остави нас без Твоей помощи и заступления, всего грехами и страстьми расслаблены и смы, и гладом духовным погибающим, алчим и жарким пищи небесная, а скудебу в нас нет. Oh,